Привет, друзья! Сегодня готовлю сырные гренки. Посмотрите, какие красивые запеченные они получаются. В интернете вы можете найти массу вариантов гренок, но мне кажется, самый простой и бюджетный именно этот рецепт. На 200 грамм сыра, одно яйцо, одна луковица и посмотрите, целый противень гренок. Готовятся очень быстро. Смотрите это видео, давайте вместе приготовим. Натираем твердый сыр на крупной терке. Я взяла сыр российский, вы можете брать любой по вкусу, какой любите. Здесь у меня почти 200 грамм сыра, где-то 180, если быть точнее. Мелкими кубиками нарезаем одну небольшую луковицу. Я дополнительно порубила лук ножом, чтобы он стал еще мельче. Тогда начинка будет очень нежная, потому что если лук получится крупными кусочками, то в готовых бутербродах лук будет хрустеть на зубах, и это не очень хорошо. Вот так вот будет лучше. Смотрите, меленько-меленько. Все, можно добавлять к сыру. Разбиваем одно яйцо. Немножко соли. Черного молотого перчика. И все хорошо размешиваем. Противень застелила пергаментной бумагой. Смазываю немножко растительным маслом, в данном случае оливковое. И наносим нашу сырно-луковую начинку на ломтики батона. Выкладываем на противень. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку минут на 10-15. И я ставлю ближе к верху, чтобы получилась запеченная красивая корочка. Друзья, греночки готовы. Посмотрите, какие красивые, золотистые. Сырочек запекся, смотрите, снизу тоже подрумянились. Очень вкусные, ароматные. Когда они пекутся, лучком пахнет. В общем, готовьте. Рецепт простой, буквально все делается за 10 минут. Мы такие гренки кушаем на завтрак. Если что не съедаем, то еще остается на обед к первому блюду. Готовьте, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До встречи в следующем видео. Пока-пока.